Уже как iPhone с тобой здоровается, все. Да, так iPhone на самом деле они не на острие, скажем так, технологий. Ну явно. На острие маркетинга, да. Нет, ну раньше вот за этот маркетинг ты понимал, за что ты платишь. Ты включаешь iPhone, тебе там все рассказывают, что с ним надо сделать. Вот. И дальше начинаешь пользоваться. А теперь не понимаешь, ты включаешь Android, он тебе тоже все рассказывает, что с ним надо сделать. Нет, там, мне кажется, самое клевое, что а сразу говорить, ну, там есть контроль того софта, который там чем у Android. У Android там я могу. Куча программ типа Hello World. Да, я могу разместить там на ее в их магазине за 5 минут. Нет, это да. Который тебе отморозит телефон так, что ты потом его не установишь. Так, типа как план. А, блин. Я говорю, программы типа Hello World. Программы типа Hello World. Это когда, ну просто, из разряда моя самая первая программа. Ну, так как у меня на айфоне минимум установлен, в принципе, все, что мне надо, я знаю. Вот. Я бабушке то же самое, там, более-менее установил. Вот мне на айфоне не хватает. А на этом там еще вообще... И устанавливаю вот так, шуф. Я такой, что произошло? Подождите, а как же там грузиться там, типа? Сейчас я устанавливаю туда. Когда там веток установлю. Так, не должно быть, типа, это я как-то... 12 штук, по-моему, У меня несколько раз очень хорошие подставки были с подрезкой. Вот. Прямо и ну, короче, как надо. Поправка на то, что
включал все. А вроде все пошло вообще. Баланчики Апакс. Че сюда только не приезжает? Апакс баланчики. Почти кого? Нет. Это что-то не планируется. Левую ногу тянем боком. Хоть ручки чуть-чуть держим, плечики очень опущены. Лишь бы рука не расслаблена. Нефиг сильно расслабляться. Потом не напрячься будет. Да, пусть фигачит. Я выключу, если надо будет.
приготовилась. Вторая серия. Начали. Одна плашка, что я в этом можно многовидно купить еще одну. И вообще будет такой, то есть может быть вообще несколько объемов по вроде. Ну можно попасть, конечно. Да, можно. Ну вот, попасть, если тебе куда нужно или говно. Ну можно прямо с проекта, знаете, это ведется. Просто там плавак, что 4 игровые, это даже не Дима один, ну то есть какой-то там чемпионат. Ну, пункт самого. Да, ну по времени. Ну я вообще не знаю. Ну вот, ну я за то бегаю, и потом я отгрузился, я вообще не поверил. То есть это там сейчас уже отбил, отбил. Ну ты вообще. Вообще, красота. Там на нарисовке, это как бы, там красота, ну, она тоже важна. Вот я забиваю на это все, на всех этих долгах, и все отрублено. Мне типа там, типа, а я там. Ребята, я просто я 11.
Давайте его сразу и не видно, что перегоревших денег, а так, ну,
да, завершающие три серии за две линии делают через завершающая серия. Шустрее, 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 шустрее. О, мы бегом в центр. Бегом, бегом, бегом. Не пешком.
баги приставные. Вот здесь. Вот все тут же переходите на приставные. Партиечку друг с другом. Thank you.
Сюда садили, не дали. Thank you.
Батарея стаканов. Дело не в том, чтобы дольше, дольше. Это такой вот. Да пора впечатление тела. Ощущение. Тема кроется на ночам. Нет, зоне это, мне кажется, что компания, которая постоянно что-то придумывает. То есть какие-то там. Продолжение следует...
Thank you.
вообще заметил, ну, ты такие смешные деньги. Thank you.
чая. Сколько на него чая проливалось, не считается вообще. На всех там соревнованиях, он же на все водился. Он побывал в большом количестве стран. Бывало. Военном предприятии. Военного. Да, это каталогические системы для компактов, которые они упаковывают эти железные дуры, типа, чтобы разведчики ходили, чтобы они не промокли. Да, эти смартфоны, да, вы имели, что они были же отлично. Шушки эти смартфоны. Нет, это... Ну, не были на ладони, не у меня был Симус, я могу говорить Симус, адский, такой Симус, типа, Сорбс, Нет, мы привезли еще в 2005 году, привезли эти публикаторы из Китая. Вот, еще почему. Личная штука была. У меня для Молдавии. Ну да. Все написано, оно там все хорошо. Клавиатура выдвигалась такая. А, да, точно, 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 я помню, все. Я вспомнил, о чем я сюда тут не хотел. Ну, разные. У меня у мамы до сих пор мой ноутбук, которым я купил в институте, Samsung. Вот там они меняли ничего не клаву, там даже батареи.
7-й просто. А, что-то 700 мегагерц, там одно... А, нет, там памятник 164 мегабайт. И оно билит прям бодро, потому что, ну... Я даже не знаю, что это как-то он стоил так, 2000 рублей, а здесь 12. Или 13. Вот блин. Да, один. Во, вот это начало. Thank you.
если так будет, то реально. Да, да. Прям. Плотнее, плотнее. Потом, правда, мы встаем, сваливаем. Да, мочи! Хренач, все. Я бы тебя не видел, что, короче. Но я не уверен. Сзади пробили, побежали, оп, опять. Спокойно, спокойно. Сейчас надо спокойно переводить. Потом уже можно что-то выполнить. Когда мы будем спокойно, открытыми словами. Вот как по схеме, правда, как в виде сейчас работает. Да? То есть, там удали, там вернулись, космонавты вышли, подставки на них все равно несут. Суть правильно движение. То есть оно когда спокойно, работает сюда, 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 мы все держим. О! А вот теперь можно все уже. Придумали, получилось отлично. Не получилось, а опять не спокойно. Мне в этом плане как раз очень нравится смотреть. Вот в целом все равно мне не очень нравится смотреть. Но вот то, что готовится спокойно, спокойно, потом раз, все. Пробил, и не зашло, но и еще да, кружок, еще да, кружок. Да. Давай повторим. А если не нравится, то ты мой терпение не потал. Ну, что везде пытается. Если только мощь, которая отошла прятана. Ну как-то голова чуть-чуть считается. А сейчас он уже раз стал поспокойнее играть. Но в целом, на самом деле, вот как какие-то такие это даже Мамота точно так же играет, что он спокойно, медленно, нудно играет, как бы иначе. Ну, не, он очень нудный, вот именно такой. Ну, все на службе, как иначе. Просто все. Ну, окей, не медленно, нудно, а в том плане, что... Ну да, ну это без взрыва, да, но резких изменений страстей нет. Так даже когда он играл с этим. Макс переводил, он играл с Шевчиком, сумасшествие, которое у них там было, тренер Пикаевский. Он говорит, будет меня речь использовать. Нет, типа речь меня использовать. Он реально все, что значит, надо. Он ставил, да. Непривычно, да? Непривычно, да? Ну, сложно было. Как бы непредсказуемо. Не в этом дело, просто игра же, она сложнее немножко, чем вот просто выиграл очко и все. Вот. Ты выигрываешь очко, и ты владеешь инициативой, и ты отдаешь инициативу. Соответственно, если ты отдал инициативу, то ты выиграл не очко, а 0,7 очка. Вот. Потому что следующее очко, да, на 0,50 ты уже хуже отыграешь. Владение инициативой. Если ты еще инициативой завладел, пробил, вышел, почему? А когда пробивают, смешивают, следующее очко проще выиграть. Вот. Потому что ты инициативой завладел, у тебя моральный подъем эмоциональный. А у человека спад эмоциональный. И все, и на этой вот волне все пусты. Обычно как на громкие игра больше дают. Там, когда один начинает выигрывать, начинает быстрее подавать. То есть вот если игра ровная, все спокойно щупают, смотрят, это, а как только два очка подряд, кто-то отдает, все, там сразу опа, так вот побежал, сразу подать, побыстрее. Потому что вот этот эмоциональный подъем, да, чем ты больше на нем очков забьешь, тем тебе да, тем потом проще. А второй, соответственно, не сбивает. То есть, чтобы не было этого национального подхода. Ну, типа, не знаю, на подачу и так далее. Ну, если вот, вот посмотрите, больше 2 очков подряд не отдают никто. То есть, если 3 очка начинается вот это, надо что-то сделать. Что-то гибель вязать, еще что-нибудь, голову вычесать, руки помыть. То есть, 3 очка надо. Дальше пошли все пойти. Ну, и все это знают. У нас с Олегом есть знакомый, который подает, вот именно. Пытается быстро подать, пока не прибегает, все просто. Да. Все, он дальше не попадает. Но, Леша, он вообще, кстати, сам... Нет, а с подачей.
задачи вообще все очень просто. Задача – это вход валана в игру. Это не способ забить валан, да? Это не способ выиграть инициативу. Вход валана в игру. Нет, что вы видите, ты не сможешь, потакуешь сразу. Подача – это вход валана в игру. Если человек не готов, очень многие вещи происходят очень даже в камере, особенно там. Когда человек встает, подача, и если кто-то быстро подал, он все. А самое сложное в этом маневре – не сдвинуться с места. То есть, потому что ты встаешь, ты понимаешь, что тебя сразу идти, тебе хочется побежать. Да. Вот против прыжка не хочется. То есть, и часто рука занимается после уже подачи. Но все говорят, типа, подожди, я не готов к подаче. Да, что я тебе хочу? Делаешь замечание. Правило написано, что если не сделал движение на прием, то да. Да, именно, да. То есть вот именно движение. То есть важно, чтобы движения не было. Вот. Еще давайте. Ну, не попал. Знаешь, движение не делаю. А, там еще, да, товарищ. Иногда так быстро подать, я уже знаю, что он пытается быстро подать. Я когда не готов, я защитник, там граф, все, не просто ложный готов. Я сразу, да, стою, сразу подойду, поднимаю руку, все, там я готовлюсь, потом. Я еще не готов, я просто еще не готов. Когда он все подает, я уже просто встать не успел, все, руку поднять не успел. Мне как-то делали изначально. Ну, это чисто привычка, когда это не способ прийти. Чтобы, ну, просто встаешь, как готовишь, что рука по груди встаешь. Не готов, мы все привыкли, там, все, просто руки не пишут. Знаешь, что все окей, каждый раз должен быть. Ну, это какие-то такие нюансы, которые с годами руки накапливают. Ну, вот, сейчас на вайт на это, да, сделать это. А вот, кстати, как вы? Я еще такой вопрос. Вот мне как-то человек, ребята сказали, что вот я когда подаю, типа я стою, и у меня, я не знаю, они говорят, что у меня иногда бывает, что я вот отвел, но в движении вперед нет, я отвел, они подумают, что подают, что-то дернулись, и я подаю. В правилах я знаю, что написано, что подача считается момент, когда ракета начинает движение вперед. Да. Вот, и мне говорят, что вот это вот, это типа фол, так да, нельзя. Это... Но это же не подача. В правилах этого нет. Это отвод. Движение должно плавно поступать на валан. Там как-то так написано. То есть подача, поэтому Настя русская, Саша русский, когда играли, вот, приехали после Европы, они вставали, ставили сначала валан, потом ставили ракетку за него и потом гели. То есть, а все здесь как ставят валан с ракеткой, потом отводят и подают. Вообще это фол, но не суть. Ага. То есть, о, как все знают, что это фол, профики, но некоторые этим пользуются, вот, с риском получить по голове от своего соперника, потому что все знают, что это фол. То есть можно коленки сломать человеку. Тот же этот Фишер, который точнее, у него вообще движение вот такое. Ну, оно не обрывистое. То есть если он делает вот такое, то есть все спортсмены к этому просто привыкли. Это не как ну, такой нюанс, который мимо правил. То есть все встают, вот, а потом подают. Но, а есть некоторые, которые встают, потом отводят, вот, и подают. Более того, есть некоторые, которые встают, отводят, делают движение, а потом делают еще одно. Но тут на движение вперед уже такое двойное получается. Это фол, даже в правилах там что-то написано, что движение, начало подачи – это движение вперед. Да. Но я вот отвел, это движение вперед. Ну, если... Вы поставили валан в ракету, в плоскости. Если вы отвели, вы уже начали подачу. Нет, подача – это движение вперед. Если мы отвели, мы уже начали подачу. Ну, в правилах написано, что подача – это момент движения ракетки вперед. Я потому что это смотрел. Неизвестно. То есть, если вы поставили валан в валану, то есть вы уже ее делаете.
А если ты сразу должен подавать? Именно. Вот в этом то есть вот я когда поднял. Да, да, да. То есть в этом и суть, что баланс, ракетка, и пожалуйста, стоит. А если мы ее отвели, да, мы уже больны. А, ну вот в таком направлении я не думаю. Да. То есть мы поставили баланс. Да? Мы поставили ракетку. То есть она за баланс, мы не движемся. Если мы сделали вот такое движение, мы не больны. Если мы сделали движение отсюда сюда, это уже плохо. Интересно. Но я говорю, что это не суть. Это не суть. Такие вещи не суть. Ну как, Thank you.
после личных финансов пообщаться с мужчиной, с ну вот как раз я говорю, в полуфинале Олимпиады так, так было. Сейчас, сейчас что, ну получишь ты желтую, ты же если захочешь время потянуть, ты же все равно его потянешь. Ну получишь ты эту желтую карточку, ну и хрен бы с ним. Она же одна. Thank you.
книжках старых находить. Заначки. Это какие книжки? 21 век. Даже все веки по-моему. Пойдем на любой. Максиму надо были во все оружие, а то так сдохнуло вообще ничего. Давно уже сказал, типа, идите нафиг. Ну, я смотрю, как снят. О, водичка у меня еще есть.
теряете. 8-3. Thank you.
нормально. Ну это фора, я так понимаю, была, да? Thank you.
Ничего себе. Thank you.
Все, на сегодня сеанс видеосъемки.